хорошо. Сегодня на телефон центрального пункта пожарной связи обрушился град звонков. Напротив бассейна в Калининском районе загорелось заброшенное трехэтажное здание. Среагировали быстро. Не прошло и 10 минут, как несколько подразделений Челябинского пожарно-спасательного гарнизона прибыли на место происшествия. Существовавшую угрозу обрушения устранить удалось. С помощью пожарного рукава и автолестницы открытое горение ликвидировали. Угрозы прохожим и соседним зданиям нет. Стоит отметить, что именно этот дом горит с удручающим постоянством. Основной фактор – неосторожное обращение с огнем. Что послужило причиной сегодняшнего возгорания, выясняется.